Всем привет, с вами Кирилл Цветков, и это обзоры спортивной экипировки для магазина «Лаборатория бега». Компрессионный трикотаж уже давно и с успехом применяется в спорте, и не только в восстановительных процедурах, но и во время тренировок. В этом году компания 2XU, которая является одним из лидеров в производстве компрессионного трикотажа в мире, обновила свою линейку Elite. Компрессионный трикот для бега 2XU MCS серии Elite – это высокотехнологичный продукт, в котором используется целый ряд технологий для повышения работоспособности спортсмена, призванных защитить его мышцы и связки во время интенсивной нагрузки. Передняя часть трико изготовлена из материала PVX Flex плотностью 70 ден. Задняя часть изготовлена из материала PVX Weight плотностью 105 ден. В районе крупных мышц, таких как четырехглавая и икроножная, на внутреннюю часть ткани нанесено специальное покрытие, которое выборочно увеличивает плотность и уменьшает эластичность ткани, покрывая и удерживая мышцы сверху, словно футляр. В этом и заключается суть технологии MCS, направленная защита мышц, фасций, сухожилий, бедра и голени. А теперь я расскажу о том, что мне понравилось во время использования данного продукта. Несмотря на сложную конструкцию с использованием ткани разной плотности и дополнительных покрытий, трико отлично сидит на теле. За это можно сказать спасибо хорошо спроектированному анатомическому крою, созданному с использованием беговой специфики, и плоским швам, удачно расположенным на теле. Если трико правильно подобрано по размеру, то на тренировке ты их практически не чувствуешь. Материал. Легкий, хорошо отводит влагу с поверхности кожи и даже во время дождя, когда намокнет, не создает ощущения тяжести. Эффективность использования. Все достаточно субъективно, но мне тренировки в трико давались гораздо легче, чем без них. Меньше ощущалось мышечной усталости, от этого на следующий день тяжелые работы проходили гораздо легче. Теперь о тех моментах, которые мне не очень понравились. Мне сильно не хватало поясного шнурка, чтобы зафиксировать трико плотнее на талии во время бега. Особенно хорошо это ощущалось тогда, когда в заднем кармане кроме ключей лежала еще пара гелей, и он достаточно сильно тянул вниз. И это все минусы, которые я могу отметить после использования данных трико. Компрессионное трико 2XU MCS серии Elite – это высокотехнологичный продукт, который призван не только повысить вашу эффективность во время тренировочного процесса, но и защитить мышцы и связки от травм. Данный продукт подойдет спортсменам любого уровня, но нужно помнить, что, как и любой компрессионный трикотаж, он имеет свои правила использования и нуждается в специальном уходе. Поэтому обязательно читайте информацию на бирке или сайте производителя. А с вами был Кирилл Цветков с обзорами экипировки для магазина «Лаборатория бега». Всем пока!